Дальность оружия позволяет стрелять более чем на 250 метров. Но, собственно, в условиях леса этого будет больше, чем достаточно. Командный пункт активирован. Это абсолютно не важно, спортсмен ты или нет, взрослый ты, пожилой или просто в расцвете сил, начиная с того момента, как ты удерживаешь в руках тагер, так называется оружие в лазертаге, ты можешь играть. Прям как на войне. Я всю с утра думала, может быть, не надо, может быть, я только посмотрю, пусть там ребята поиграют. Но когда вот это вот все началось, бегаешь, адреналин, стреляешь. Браво, классно. Осталась минута! Кто меня убил?